Космонавт-рекордсмен Геннадий Падалко, который в общей сложности провел на орбите 878 суток, обладатель еще одного любопытного рекорда — самого продолжительного путешествия во времени. По теории относительности, чем больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для него замедляется время. Благодаря космическим полетам Геннадий Падалко на 1,45 секунды моложе, чем если бы он оставался все это время на Земле.